недаром говорят, что от края до края все спешат, спешат, спешат. Мамы, папы, дяди, тети, сколько б не учили нас. Вы пример нам подаете, мы вовсю глядим на вас. Пешеход ты или водитель, бизнесмен, руководитель. Взрослый, ты всегда родитель, ты всегда пример для нас. И сейчас послушайте нас. К сыну подошел отец и спросил у крохи. Сын, скажи-ка наконец, что хорошо, что плохо. У меня секретов нет. Был ответ сынишки. Здесь найдешь себе ответ. Вот, почти как книжку. Для чего мне ПДД? Удивился папа. Взял ее в ГИБДД. Для тебя я, папа. Уж сколько лет я руль кручу. Ты ведь это знаешь, в школе правила учил. Теперь же ты ушаешь. Помнишь, мы с рыбалки мчались? Как-то раз, он с тобой. Ведь машин не видно было, торопились мы домой. А вчера на газ и свет ты проехал лихо. Торопился на обед, вокруг все было тихо. Мама режим скоростной нарушила однажды. Ведь нас не видел постовой. А разве это важно? Ну, так бывает не всегда, это лишь случайность. Так бывает лишь когда ГАИ не замечает. Выходит, если на шоссе инспектора не видно, делать может всякий все. Поднимемся с тобой, ведь это чудо. Постойте же, остановитесь, каемся виновными. Правила для всех едины, их мы выполнять должны. Да будет так, и вы учтите. Вас всегда копируют дети. Милые родители. Вы в ответе за то, что на дорогах делают дети. Напомните ребенку о правилах простом. Напомните и сделайте с ним вместе все потом. С вниманием налево вдвоем поглядите, направо взгляните потом. Личным примером детей вы учите. Улицу правильно переходите. Дорогие мамы и папы, повторяем вам упрямо. Утром, вечером и днем. Вы для нас пример во всем. Поэтому скажите себе стоп, когда переходите дорогу в неположенном месте. Стоп, когда вы рассказываете нам о том, как вы в детстве лихачили на велосипеде. Стоп, когда покупаете скутер. Стоп, когда пренебрегаете правилами дорожного движения. Стоп, стоп, стоп.